Всем привет! Мне пришла посылочка с сайта «Любимый Василёк», и я вместе с вами хочу ее распаковать. Всем приятного просмотра! Заказала я себе рубашку коричневую в клетку. Цена рубашки 1708 рублей. Давно себе хотела рубашку подобного типа. Буду носить ее весной, когда уже будет тепло, но она достаточно теплая. Очень хорошо выполнена, пуговицы деревянные, мне очень понравилось. Дальше заказала Косте шапку, зимнюю спортивную с помпоном. Она стоила 560 рублей, она была по акции. Мне очень понравилось, также я померила, мне тоже она подходит. Всегда берем на любимом Васильке носки, у нас все носки оттуда, мужские, женские, все. Можете брать любые носки, вам все понравятся. Эти взяла я белые, удлиненные. 41-47 размер, в упаковке идут 5 штук. Дальше я заказала в подарок вот такой красивый костюм серого цвета. Он утепленный, внутри флис. Красивый нежно-серый цвет. Цена костюма была 2960 рублей. Также к костюму идут брючки. Сейчас я вам покажу. Также идут брюки с карманами. Тоже теплые. Кстати, размеры всегда, когда заказываю, все идеально подходит. Дальше также на подарок заказала рубашку в клетку. Заказывала ее маме. Маме уже заказывала несколько оттуда рубашек. У нее есть такая зеленая, еще красная. Ей они очень нравятся, она носит. Также буду говорить сразу цены, чтобы вам было удобнее. Цена рубашки 918 рублей. Очень хорошо выполнены. Дальше я заказывала на подарок Лиане пижаму. Очень стильная пижамка в полоску. Очень понравилась мне она тоже, себе такую, наверное, тоже закажу. Она идет утепленная, и в ней не будет холодно. У меня есть много пижам сайта любимого Василька, что мне нравится. Они все идут хорошо по размеру и нигде ничего не давят. Ляне пижама это очень нравилось, она носит ее и теперь, когда уже родила. Пижамка стоила 1764 рубля. Очень классная. Очень люблю сайт «Любимый Василек». У нас с этого сайта очень много одежды у меня, у Кости, также у детей. Все постельное белье, постельные принадлежности, полотенца у нас с этого сайта. Также «Любимый Василек» теперь есть на Валберес. Заходите и там можете тоже покупать. Это очень удобно. Ссылочки на каждый товар я оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите. Всем привет! Свинос роллы, суши и гунканы. Всем приятного аппетита! Приятного аппетита! Берите что-нибудь вкусненькое, кушайте вместе с нами. Давненько не было меня на канале вместе с Снежанной. Маки сласлась, начнем с них. Блин, ролла сломалась. Кстати, нас спрашивали, какой доставки мы ролл заказываем. Мы до этого вам не говорили. Заказывали одно время. Доставка у нас была, но она была местная. А эта доставка есть и в других городах. Это Суши Эра. Кому интересно. Маки с лососем люблю. И с огурцом люблю. Вроде самый простой ролл, да, такой вкусный. Это у нас с креветкой, творожным сыром. В общем, какие у нас новости? Лиана все выписали с нового влога, кто смотрел, поняли. Я сегодня утром ходила к ним. Помогла, постригла ногти, покупалась, показала, как купать. Я помню, когда мы с Костей первый раз купали Леву. Помнишь, как мы волновались? У нас все плакал вроде, да? У нас видео есть. Мы записали на видео первое купание. Не, он наоборот сначала не плакал. Как вкусно. Это моя любимая позиция. Это лосось и уголь. Надо маленько расклеить, они это прилипли друг к другу, их плотно поставили. А внутри творожный сыр и, забыла, как называется, что икра летучей рыбы. Тобика. Икра летучей рыбы. Скучал по видео? Если честно, да, я уже отвык. Последний раз только мы когда все вместе сидели, да, снимались? Угу. Там мы не болтали, ничего. Будем суши пробовать. Не знаю, какую съесть. Такие большие. Давай я эту съем, а ты с креветкой тогда. Разделить не предложил. Она сломается, если ее делить. Возьму рукой. А тут потом просто поменяемся. Столько было комментариев, что я выхватила ребенка у Лианы с Артем. Ой, как прочитал.
По мне вообще бред какой-то, если честно. А лайков сколько было? Они приехали с дороги, да, а как им раздеться? И так далее. Ехали 3 часа из Казани. Да, Ляне и так тяжело. Я не знаю, эти люди, наверное, такие пишут, которые... Нет детей. Да, у них нет детей. Я не знаю, что это такое. А Ляне потом вечером позвонила, говорю, меня под видео захейтили. Тебе правда было неприятно, что я выхватила ребенка, а не к тебе внимание сначала было? Она говорит, не говори ерунды, я хотела отдохнуть. Я приехала, типа, полежала, покушала. Ну или просто люди, кто хочет докопаться, докопаются до чего-то. Да, в любом видео можно найти что-то плохое. Мы так накинулись, я хочу. Это с вашей точки зрения, да, плохое? С лосося попробовать. Тут соус еще внутри, половинку тебе там. Они такие сочные. Очень вкусно. Остренько. Вкусный гунканчик. Я все-таки люблю со остринкой. Я тоже. Еще добавлю. Очень вкусно. Васаби. Васаби, в принципе, нормальный. Такой острый бывает. Некоторые, да, которые даже есть невозможно. Говорит человек, который халапеньо ест. У нас халапеньо в холодильнике. Мы все хотим хот-доги сделать, никак не снимем. Да, я думаю, следующие ролики или через один обязательно снимем хот-доги. Так, это у нас с угрём сверху. Соус также, кунжутные семечки. Вкусно очень. Ильяна сегодня говорит, я теперь понимаю фразу Кости, когда он говорил, родите и сами все поймете, как это с детьми. Да, потому что люди, у которых нет детей, им что-то говоришь, объясняешь, но они все равно не понимают. Ну, мы такие же были. Не, да, мы тоже были такие же, когда говорили что-то про детей. Это невозможно словами рассказать. Пишите под этим видео вопросы, если какие-то хотите, мы ответим на эти вопросы, потому что вопросов больно не было никаких. Да, ну и мы такие ролики давно уже не снимали вместе. Давайте начнем. Обратно в Костю возвращать в канал. Ты даже писал, что мы с тобой развелись, и ты уехал. Да нет, знаете, как-то это... Не специально так получилось, что я перестал сниматься. Снежана просто одно время стала снимать все видео днем, без меня, когда я работал. Вечер... У нас у Кости выходные потом были такие, да. Что ты уезжал. Плюс я каждые выходные здесь катался на лыжах по соревнованиям, как-то все вот так вот наложилось. И в итоге ночью мы уже потом не хотели снимать, потому что днем устаем, и на ночь есть неохота так много, да, вот наесться, например, и лечь спать. Тоже неохота. И как-то вот это все вместе так получилось. Это тоже вкусно. Даже вкуснее. Как соус они это делают? Прям креветочка вкусная. Сейчас же мы снимаем видео днем. Дети у нас спят. Смотрим мы за ними в камеру. Просто я видео могу снимать только вечером. А Снежана не всегда хочет кушать вечером. Да и я тоже. Ночью. Вечер-то это уже все. 10-11 уже ночь для меня. Я уже в 9 сплю. Да, когда если устаешь, дети ложатся у нас часов в 9. Лёва вчера уснул в 8:15 было, все уже спали. И ты уже засыпал. Разве так рано? Вчера очень рано легли. 8:15, 8:20 было. Потому что я еще потом в телефоне. Думаю, посижу чуть-чуть, смотрю, время уже 9 с лишним. Да, тут получилось так, что все приболели. Поэтому я тоже дома. Но сегодня нам уже всем получше и решили снять видео. Угу. Так что, может, больше видео будет с Костей. Или он будет еще без меня сниматься. Тоже такая идея есть. Так. Я хочу с рыбкой.
с креветочкой. Я его уже съел. Несколько штучек. Вот нам раньше писали, почему у вас роллы только с курицей. Вот смотрите здесь. Может, хоть везде. Просто да, которые мы любим. Морепродукты. Роллы мы заказываем. Здесь тоже все роллы вкусненькие. Небольшие. Вот креветка вкусная, прям чувствуется вкус. Угу. Но они большие по размеру. Видела, суши лежала? Как-то их или замачивают в чем-то, или готовят так. Я объелась. Это что? На тебя это не похоже? Давай, бери еще с креветочкой. Давай, маки, а ты с креветкой две съешь. Нет, ешь. Нет, я не хочу. Одну с креветкой, больше. А я съем две вот этих, тогда и вот эту еще. Вот тут рыбы так много, творожного сыра, я реально наелась. Еще банканы такие огромные были. Надо возобновлять рубрику челленджа. Там по 100 штук и больше. Блин, вот ни разу такого у меня не было сегодня. И смотреть, сколько мы съедим. Конечно, это надо времени побольше, чтобы сидеть спокойно, есть. Мы ни разу не выходили в стрим. Я хочу как-нибудь в стрим выйти. Да, но у нас дети. Они будут постоянно бегать, шуметь. Думаю, немного им это понравится. Когда детишки подрастут или летом, в принципе, можно когда. Гулять. На часик хотя бы. Кто-то с ними будет гулять на улице. Я, честно, даже не знаю, как в Ютубе стрим запускать. Вот у некоторых мувангеров смотрю, снимают, стримы выставляют. Мне так интересно смотреть. Мне вот самое интересно. Вкус ночи, мы сегодня пообедали. Легкий обед. Пойду еще что-нибудь поем. А Костич конфеты такие вкусные купил. На день рождения, когда Герман у нас было. Сникерс, Твикс, Баунти и какие-то еще. Ну, все. Мелко. Вкусные. Быстренько, конечно, мы все съели. Те, кто будет писать, что не было ответов на вопросы, вот пишите здесь ответы под на вопросы. И вот комментарии, из этого... вопросы. Да. Да. И мы ответим из этого видео. Спасибо, что были сегодня с нами. Не забывайте написать комментарий, поставить лайк под видео. Нам будет очень приятно. Всем пока. До новых встреч.